В плюсовую температуру чиновники областного Минстроя совместно с ГИБДД проверили качество уборки снега на городских дорогах. Для осмотра выбрали три магистрали, к содержанию которых у ГИБДД ранее были претензии. Ожидаемо больших проблем не обнаружилось, снег попросту растаял, но нарекания все-таки нашлись. Сужение проезжей части из-за снежных отвалов вдоль бордюров, неочищенные подходы к пешеходным переходам. По факту, на сегодняшний день большая часть этих нарушений уже устранена. Да, но вот мы зафиксировали на улице 11 Амурской, это все-таки заужение проезжей части из-за снежно-ледяных отложений, оно еще присутствует. По данным нарушениям сотрудниками ГИБДД будет выписано предписание, и в случае их неустранения дальше будут санкции или на должностное лицо штраф от 2 до 3 тысяч рублей, или же штраф на юридическое лицо от 150 до 300 тысяч рублей. К слову, в прошлом году дорожная инспекция оштрафовала омских дорожников на 20 миллионов рублей.